Астрологические советы на завтра, 26 марта, день мудрости, день справедливых решений, поэтому поднимайте те ситуации, которые у вас зависли, завтра удастся как-то их урегулировать. Также день гибкости ума и тела, для гибкости тела занимаемся йогой, пилатесом, цигун, что вам нравится. Для гибкости ума пытаемся договориться с теми, с кем есть непрорешенные вопросы. В одежде розовый.